Всем привет! Я в Лондоне на Ливерпуль-стрит. Сегодня я делаю обзор на студенческую резиденцию. Не просто студенческую резиденцию, одну из лучших студенческих резиденций в Европе и Великобритании. И она же является одной из самых высоких общак всей Европы. Поэтому давайте идем внутрь, смотрим, буду вам все показывать и рассказывать. А, и когда заходишь в резиденцию, сначала ощущение такое, что заходишь не в студенческую общагу, а заходишь в что-то типа отеля 4-5-звездочного. Сразу же у вас идет лаунж-зона, здесь у вас ресепшн, высоченные потолки и метров, наверное, по 6. Вот что круто, есть огромное количество разных зон, залов, комнат. Вы можете здесь бронировать это место, допустим, там для каких-то ивентов. Пожалуйста, на 4 места телевизорами, здесь на 6, чуть больше. Опять же, огромное количество различных зон разного дизайна. Диваны, тут столы с барными стульями. Кафе Starbucks у вас прямо в резиденции. И вот это, посмотрите, очень круто. Натуральный свет. Крыша полностью светлая. Здесь открытый свет проникает. И вы можете сидеть, пожалуйста, тут общаться, встречаться. И в этом большом помещении проводятся мероприятия для студентов. Вот это на вооружение, кстати, всем российским общежитиям. Здесь проводятся мероприятия для студентов из всех стран мира, чтобы они знакомились, общались, дружили. Ну, короче, очень круто. Потому что, понятно, вы приезжаете, вы можете много кого не знать, чтобы познакомиться, быстро влиться в компанию, подружиться. У вас вот такие проводятся мероприятия. Это не все, ребята, это мы только начали. Здесь дальше. Опять у вас холлы, у вас диваны, у вас огромное количество мест для общения и офигенно крутой внутренний двор. Блин, тут даже бочки стоят. Блин, ну дизайн, конечно, просто бомба. И дальше паркинг для велосипеда. Причем не просто паркинг велосипеда, а двухэтажный паркинг. Блин, ну разве не круто? Пожалуйста, приезжайте, ставьте свой велик куда хотите. Я также хочу добавить, что если вы студент, конечно, для вас супер важно, как добираться в другие места по городу. Ливерпуль-стрит – это одна из известнейших станций метро. И отсюда вы можете уехать практически в любую точку Англии. То есть очень удобно доступ к метро и международной станции. Следующий поинт очень важный. Университеты, UCL, King's, Лондонская школа экономики. Другие все самые важные вузы Лондона все находятся рядом. И практически в течение 30 минут вы можете добраться до любого из этих вузов. Локация тоже очень важна, и локация здесь очень удобная. Еще важный момент. Ливерпуль-стрит – это бизнес-район. Здесь огромное количество компаний, много небоскреба, модных ресторанов, баров. Откровенно, мне очень нравится это место, и я считаю, что как бы для проживания оно больше, чем подходит. У нас в компании Лондоне 45 резиденций. Они расположены по всему Лондону, то есть мы подбираем проживание очень близко к университету. Битлфилдс резиденция, в которой мы сейчас, это первая зона, недалеко от Ливерпуль-стрит-стейшн, буквально 10 минут до Тауэр-Бридж. И это самая излюбленная резиденция студентов, особенно из России, Казахстана, стран СНГ. Резиденция премиум-класса. Она предлагает высококачественный сервис, здание с очень хорошим ремонтом. 33 этажа – это третье высокое здание студенческой резиденции в мире. И, конечно, студенты выбирают, потому что отсюда открывается замечательный вид. Мы в компании Londonis предлагаем варианты студий, двухместного проживания. Здесь также есть четырехместное проживание. Не всякая резиденция может предложить размещение, скажем, если друзья заселяются.
они могут выбрать four-bed apartment, что очень удобно. И у нас очень высокая заполняемость резиденций практически во всех наших зданиях, а у нас их 45 по Лондону. Мы также предлагаем компании Londonist при бронировании, мы предоставляем специальный документ для визы, подтверждающий проживание, поэтому студентам намного проще приложить этот документ и подавать документы на визу. Вроде, с одной стороны, комната небольшая, но пространство очень грамотно использовано. Во-первых, окно от пола до потолка. И то, что это дает вам вид на весь город, я лично просто сразу забываю обо всем, о размере комнаты. Потому что, видя просто Лондон отсюда, с такой высоты, я сейчас на 21 этаже, просто бомба. Это студия. В студии, здесь, кстати, полуторная кровать. Я думаю, по ширине, наверное, 1.20 м. Дизайн, использование элементов, детали. Это все влияет на ваше восприятие и ощущение. Есть своя кухня с холодильником, со встроенной микроволновкой, шкаф, столы. Причем стол сделан, тут такие трубы стоят классные, стулья, мебель подобрана. Давайте еще посмотрим ванну. Я не был в ванной комнате. Интересно увидеть, что там. Плюс, что в принципе можно остановиться от 2 недель до 51 недели, и мы абсолютно не требуем никакого финансового гарантера. Финансовый гарантер, так называемый UK guarantor, это тот человек, который должен предоставить финансовую отчетность, что студент есть возможность жить в этой резиденции по финансам и также предоставить определенные банковские справки. Во многих резиденциях финансовый гарантер обязателен. Мы упрощаем в компании Londonist эту систему, и все, что нужно, это только паспорт и оффер от университета. Я просто хочу показать вам спортзал в резиденции, и я сразу хочу обратить ваше внимание на то, что это не просто тренажеры какого-то обычного уровня. Здесь есть свободные веса, вы можете заниматься с гантелями. Здесь также есть тренажеры для кардио. Все тренажеры стоят техно-джимовские, то есть это тренажеры профессионального уровня. Есть тренажеры для сайклинга, степы, беговые дорожки. Ребята, я считаю, что это очень круто, потому что сейчас, когда вы приезжаете куда-то за границу, отели, резиденции, если вы будете оставаться где-то, большая часть гостиниц и мест для проживания, они просто не имеют спортзалов. Но, как мы знаем, очень большое количество людей ведет активный образ жизни, и просто иметь сразу же доступ к такого уровня спортзалу, это, я считаю, нереально круто. Также здесь, в резиденции, есть зал для йоги. Пожалуйста, у вас груши для занятия боевыми искусствами. И у резиденции есть специальное приложение, куда вы заходите, регистрируетесь и через него бронируете время. То есть вы видите, сколько людей находится в зале, наполнен зал, не наполнен зал. То есть так можно свободно посещать в удобное для вас время. У нас, во-первых, задача нашей компании Londonist упростить этот процесс и создать комфорт от места проживания до мельчайших бытовых нюансов. Мы знаем, когда студенты приезжают, могут забыть про какие-то элементарные правила, про какие-то, скажем, даже ту самую сим-карту. Мы в Лондоне заранее обговариваем кухонные наборы, мы заранее обговариваем наборы для ванны, предоставляем полный инвентарь, полный перечень услуг для студентов, включая также трансфер из аэропорта. У нас постоянно идут какие-то акции, и этот трансфер из аэропорта мы можем сделать и бесплатным. То есть мы делаем создаем максимальный комфорт для студентов, которые приезжают в незнакомую страну, в абсолютно новые условия, и тем самым студенты всегда рады сотрудничать именно с Londonist, с агентствами. Мы говорим практически на всех языках. Это на самом деле упрощает сам процесс подбора проживания для студентов, потому что мы можем говорить на языке студента, говорить с родителями, а иногда родители не говорят на иностранном языке. Конечно же, это просто замечательно, очень удобно для студентов. Я не думал, что мне покажут вот это место, это 32 этаж. Здесь панорамный вид на весь
Лондон. Вы сразу же, пожалуйста, вот здесь отсюда можете видеть, где что находится в Лондоне. Кстати, вот в этом помещении неоднократно тоже проводятся мероприятия.